В Усть-Каменогорске состоялся турнир по волейболу среди любительских команд из Курчумского, Кокпиктинского, Катун-Карагайского районов. Также на соревнования прибыли спортсмены из Алматинской области. Этот памятный турнир проводится уже в 19-й раз и посвящен он братьям Алимгожиным, Таланту и Талгату, спортсменам, безвременно ушедшим, но не забытым своими соратниками. Перед торжественным открытием турнира друзья, коллеги и родственники братьев Алимгожиных поделились воспоминаниями о спортсменах. То, что данный турнир почти 20 лет собирает большое количество участников, свидетельствует о том, что память о ребятах жива по сей день. Эти ребята были хорошими спортсменами, верными друзьями. Сюда их поддержать приехали спортсмены из многих районов Восточно-Казахстанской области. Мы их никогда не забудем. Этот турнир проводится уже 19 лет. Из года в год сюда приезжает множество участников. Мы хотели бы поблагодарить всех друзей и коллег, которые были с нами и продолжают их дело. Мы хотим, чтобы эти соревнования проходили и впредь. Волейболисты отметили, что развитие любительского спорта не менее важно, чем профессионального. Поэтому они с радостью поддерживают проведение подобных мероприятий. Как видите, этот турнир памяти повторяется здесь каждый год. Хороший пример для молодежи. Мы приехали из Алматы. Спасибо организаторам. Мы примем участие и на следующий год. Первое место заняла команда из Алматы, второе у команды Кокпиктинского района. Третье досталось спортсменам из Курчумского района. Все победители были награждены памятными подарками и денежными премиями. Анна Коцарева, Анна Мацепула, Медет Джумабай, Евгений Щитник, Алтай Ахпарат.